Can you feel the love tonight? Что, давайте здороваться? Ребят, всем привет! Привет! Мы сейчас находимся в аэропорту. Мы сейчас пошли встречать нашего друга Олега. Я думаю, что вы уже видели у нас его на канале. Большой такой человек, друг детства. Он у нас пробудет новогодние каникулы. Поснимаем видео совместно. Сейчас идем встречать его. Ты что тут ходишь, бродишь? Сидите, я вас вышел, привет. Не, ты вышел, нас не было. Моя ласточка. Да, вас принесли. Как здоровье? Нормально, отлично, все. Что-то все равно фигово. Даже если выспишься, все равно. Подписчикам привет передавай, они тебе вообще скучают по тебе, ждут тебя. Здравствуйте. Здравствуйте. Как тебе такая цивилизация? Прикольно вообще. То есть захотел попить, попил. И как бы, скажем так, и стаканчики, я так понял, из возобновляемых, да, каких-то источников, ресурсов. В Москве, интересно, есть такие, нет, аппараты? Нет, не дошли мы. Я просто про Иркутск не буду спрашивать, потому что я знаю, там точно нету. Были что-то года 3-4 назад, не было еще такого. Может, установили? Я считаю, что это круто. Она еще руками берется к работе. Потому что ты открываешь рот, а она закрывает. Вот видишь, какое объяснение. А, рот, когда открываешь. У тебя, получается, сколько не было в Китае? А? Год. Год не был? Ну, я в прошлый раз 27-го или когда прилетел. А, точно, уже год прошел. Год прошел, почтовый ящик открываю, две газеты, писем. Ну, как тебе Китай? Еще не понял? А где я пойму-то? Я был только в аэропорту и в метро. Вот ничего из этого не изменилось. Ну и по традиции мы приходим в наше любимое кафе, ресторан. Да. And we already washed. Thank you. No needed. Вау. Кстати, Олег тут жестами уже изъяснялся с официантками. Принеси, говорит, как ты показал им? Пельмешки. Без спешки. С креветочкой. Я смотрю, ты палками-то вообще научился уже наяривать. Ну как? Вкусно? Ты почувствовал, что ты в Китае? Надо еще попробовать. Да? Ну, я что-то как-то не понравилось мне. Не понравилось? Не понравилось. Ну, как бы я прохладненько. Просто. Прохладненько, окей. Это обжаренная лапша с зеленью. С свининой ты просил. Да, там, кажется, свинина. Да, вот свинина есть. Поинтереснее? Ну, все поинтереснее. Ну все, приятного аппетита. Это коронное наше блюдо. Если я его чувствую обстигая, я буду спать в отеле? Да. Ну, как бы, решается моя судьба. Девчата тоже просят рыбу. Это остро? Давайте вторую такую же возьмем. А если не придуриваться, как она? Островатый, там какой-то привкус есть, типа тумьяма или как-то так. У него какой-то привкус мне не очень. Не нравится? Нет. Привкус, знаешь чего? Перца жареного. Это обжаренный перец. Короче, нет, да, не зашло? Нет. В гостиницу. Я так и понял. Сейчас пойдем или попозже? Здравствуйте. Меряем очки для плавания, для тех, кто плохо видит. И для тех, кто еще хуже видит. Посмотрим в самый дальний зал. То есть я вижу желтый квадрат, которым что-то намалевано. Там, в общем, в самом конце написано 24. Да. Теперь я одеваю очки.
На оба глаза. Это минус 2. Минус 2. Ага. Охренеть, я вижу, что эта стоимость 24,90. Я не могу такой довольный вид слышать. Ну, ребята, это вообще на самом деле круто. Это круто, действительно. Смотрите, это для тех, кто здесь собирается. Продается оправа отдельно, да, она стоит 69, получается. И каждую 39. Линзу можно купить по 39. Здесь, допустим, смотрите, вот 0, минус 2, минус 3 и так далее. Минус 5, минус 6. Вот у Олега минус 2. Для тех, кто плохо видит, да, это просто вообще идеально. Я просто вижу, все, как да? Робин Гуд. Вообще клево. Как соколиный глаз. Видно вообще все. Ну вот эти предпочтительные, согласись. Да, и специально еще есть, чтобы стекла в бассейне не запотевали, вот за 29 юаней. Ребята, я не знаю. Это звучит как реклама, нет? Нет, ну я не знаю, мы же никакую фирму с тобой не рекламируем. Мы рекламируем Декатлон. Ребята, Китай — это место, где есть вообще все. Вы могли бы представить, что где-то в далеком Иркутске есть очки на минус 2? Олег наконец-то прибыл к нам домой. Как тебе наша квартирка? Ну, она поменьше, чем та, которая была в прошлом году. Да, чуть меньше. А зато у нас три санузла. Ой, это просто чудо какое-то. Это просто сказка, песня. Ездили посрать в трех местах. Это просто... Это предел мечтания любого человека. Это бабушка, да, пристала? Да. Серьезно, что ли, бабушка? Да. Гостиница от бабушки, что ли? Да. Ну-ка, покажи. От какой бабушки это? Баба Таня. Книжка. Смотри, маленькие сережечки. И вот эти побольше. Сейчас покажу. Это, наверное, Полинки. Это мои. Это все мои. Ребят, в общем, мы пришли в метро затариться алкоголем. Покажи, что у нас взяли имеется. Текилу Дон Диего. Осталось взять чуть-чуть лайма, чуть-чуть соли, чуть-чуть перца, чуть-чуть мужества. В общем, сегодня будем отмечать приезд Олега. Вау! Красота? Красота. Съездили мы с Олегом, набрали вкуснотища местные. Рыбочки. На шпажках. Вот это баранина. Баранина. В общем, курочка. Расположились. Купили в метро алкоголя немного. Немножко. Немножко, да. Чуть-чуть. Купили мясо. И мы пьем за встречу. Пьем за встречу. Да? Ну, давай. Знаете, мне здесь понравилось. То есть, как бы... Поэтому я второй раз приехал с твердым намерением остаться здесь. У меня пальцы не влазят. Всем привет! Это у нас следующий день. И куда мы, Поля, собрались? На рождественскую елку. На консульскую елку мы собрались. Новогодний утренник, который организует консульство Российской Федерации в Китае. Билет стоит 150 юаней. Мероприятие все проходит в центре города. А мы, кстати, не стали костюмы одевать нарядные. Там у нас елочка была. Вот, что там у нас еще была, ведьмочка там, да? Нарядное платьице одели. Потому что мы сегодня еще гулять целый день планируем, поэтому вот из нарядов у нас вот... Рожки. Рожки да ножки. Мне тоже. Тебе понравилось мероприятие? Утренник. А что понравилось больше всего? Мама, как тебе мероприятие? Мы здесь третий раз уже. Мне нравится. С русскими, со всеми пообщались. Олег, тебе понравился утренник? Конечно. А что тебе больше всего понравилось? Как я Дедушке Морозу стихи читал. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Ты подарки нам принес, любим, уважаем. Раз, два, три. Еще разочек. Раз, два, три. Сейчас высыпаем быстро. Сегодня очень классный день. Очень много подарков. Я сегодня очень веселая. Вот и все. Смотрите, какой. Это вы своими руками сделали. Да. Мне смешилка. Это наши подписчики подарили. Мы сегодня встретились на утреннике. Мне тоже очень понравилось. И посмотрите, какая красота.
Блокнот хендмейд, именные, вообще красиво. Нет, она ткань. Текстильная, да, ткань. Здесь так красиво написано. Это разукрашечка, правильно? Не, ну, может быть, да, разукрашечка. Блокнотик, все, я вижу блокнотик. Блокнотик, и там разные вот такие вот music, art написано, school. Mm-hmm. И мне понравилось, здесь еще написано China, где я не могу найти. Они подарили им вот такой блокнотик, там мелки какие-то, и еще шоколад Казахстан. Казахский премиум, да. О, это черный шоколад. Ух, ну сегодня мы, конечно, нагулялись. И Катя тут скинул фотографию, хозяин на ручке повесил гостинцы, девчонка. Представляете, хозяин какой хороший. Сосед наш. Сосед наш. Хозяин. Просто мы все время хозяин, все хохочут, что мы его хозяином называют. Покажи Никусе, что там за подарочки какие. Вау. Конфетки. Довольны? Надо будет спасибо сказать хозяину. Зацените, на каком мы сегодня транспорте. Как тебе экзотика? Им, короче, здесь останавливаться нельзя. Жалко, кнута не было. Быстрее! Короче, мы сегодня находились. Мы сегодня находимся в районе Шарика, да, где вот сумки продают и так далее. Олег себе часы прикупил. Я себе купил сумку No Brand. 300 юаней стоит. Тоже все дела. Моя уже износилась. Все, мы, в общем, сегодня уже находились. И скорее мчим до метро. Ноги гудят. Решили воспользоваться вот таким транспортом. Посмотрите. This is computer. This is computer. Yes. Where is she? She is bark. What is it? It's newspaper. What's the boy doing? He's... He writing a bag. Riding. Не writing. Writing – это писать. Riding. What's the girl wearing? Red t-shirt and blue skirt. Blue skirt and yellow. And red socks. Oh, red socks. And yellow shoes. Hello, Jack. Так, что это, мама, рассказывай? Торт. Джек принес с Рождеством торт. Вау, какая красота. So beautiful. Я тебе посмотреть мультик. Сегодня вечером будем чай пить. This is my friend. Hello. Олег. Nice to meet you, Jack. I'm Oleg. Nice to meet you. Can speak English. Хочу внутрь посмотреть. Шишай. Хочу внутрь посмотреть. А потом? Ну давай заглянем. Сейчас. Ну давай заглянем. Интересно, снеговик съедобный, нет? Ника, ну ты посмотрела, Ника. Ника, сиди смотри. О, елочка красивая. А это настоящая? Я хочу кушать, у меня слюнь. А можно будет, кстати, чай попить потом. Давай уроки поделаем, потом сядем, чай попьем. Да, попьем чай. Да, мы его угостим русскими конфетами. Давно ничего не снимали с Олегом. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег как приехал, не сидит на месте, ищет себе работу. Да, учителем английского языка. Мы сегодня гуляем и проходим мимо в общем школы какой-то, да? Да. И школа или садик? Школа или садик, да. Непонятно. И решили как бы попробовать, ну... Вдруг возьмут. В общем, здесь охрана стоит, у Олега там заготовлено уже какие-то иероглифы. Excuse me, hello? Ну, это уже как бы не первый, это уже как бы может быть так пятый или там шестой может быть в Линкомом. То есть я, скажем так, параллельно в Вичате общаюсь с разными агентами или пытаюсь найти киндергардом. Да, такой один, это второй такой случай, когда, скажем так, я, ну, как бы ему на, с помощью переводчика, то есть пишу фразу, как бы, и перевожу, чтобы, ну, я хочу поговорить с директором, потому что, ну, в основном, как бы, в 90% директора все равно говорят по-английски. Идем искать дальше. Это у нас вторая попытка, Олег пытается поговорить с охранником через переводчик. Че? Нет, не позовем. Че говорят? Сказали. Нет, не позовем. Почему? Они ничего не сказали, они сказали нет, и все, и головой покивали, все, типа, иди, там, руками вот так вот помахали. Ну что ж, увидимся в следующих видео. Bye. Пока.